Привет из Китая, из города Шанхай. Хочу показать вам одно самое популярное блюдо фастфуд на улицах Китая. Это крабы-гриль, крабы на палочке. Вот так это все вкусно выглядит. На двух шпажках. Крабы жарятся. И это все очень-очень вкусно. Невероятный деликатес. Вот они с другой стороны. $25. $4. Вот они, крабы на палочке по-шанхайски. Шанхай спайси краб. Красота.